уважаемые коллектив Сабаевич и студенты Казахского национального аграрного университета. Я, Гарима Салтанат, студентка третьего курса факультета агробиологии и фитосанитарии. С 2012 года являюсь участницей танцевального коллектива «Гульбану». Художественным руководителем танцевального коллектива с 2003 года и по настоящее время является деятелем культуры Республики Казахстан Тургумбаева Бану Дюсюбаевна. Благодаря трудолюбию, требовательности и серьезному отношению к работе члены студенческого ансамбля владеют хорошей техникой танца и могут использовать его в любом жанре. Ансамбль «Гульбану» – постоянный участник районных, городских и республиканских мероприятий. Благодаря нашему ректору ансамбль «Гульбану» два раза съездил в Турцию, в разных странах побывали. Ансамбль является дипломантом фестиваля молодежи города Самара, награжден грамотой общества казахской культуры города Астрахань. В текущем году ансамбль «Гульбану» съездил в город Минск и участвовал в интернациональном звездном походе, посвященном 70-летию Великой Отечественной войны. И показали свои национальные... Вчера во дворце республики выступали, да? Во дворце выступали. Ну, вдохновение, скажи, вот, и чувство свое, своими словами. Вдохновение очень впечатляющее. Выступать на такой огромной сцене в республике, во дворце республики, это для нас очень даже почетно. Я рада то, что вот танцую в таком коллективе, в ансамбле «Гульбану». Я хочу еще привлечь больше студентов в наш ансамбль. Ведь студенты должны развиваться не только в интеллектуальном плане, а также должны быть вовлечены в духовно-культурную жизнь университета. Спасибо за внимание.